Руками тянете вверх, ногой вниз. И сорвали захват. Всем привет, меня зовут Марат Балаев. Это видео специально для Octagon Shop. Сейчас мы разберем защиту от перевода в партер с одной ноги. Человек, когда берет, ваш оппонент, когда берет одну ногу, защита, многие делают так, что ложатся на него, обхватывают. Наоборот, нужно оттянуть голову подальше от себя, использовать рычаг руки, подальше голову оттянуть. Руку просовываем под мышку и ложим себе на ногу. И скручиваем его. Скручиваем и стараемся создать ему неудобство, чтобы он чувствовал тяжесть, и ему создать неудобство, тем самым согнуть его пониже. Здесь согинаемся, ему здесь очень тяжело, и он устает быстро в этом положении. И одновременно вы спускаете ниже ногу. В один определенный момент, когда он подустал, вы левой рукой захватываете ближе к захвату его, чем ближе, тем лучше. И включаете ногу, резким движением ноги срываете захват. И одновременно руками работаете вверх, навстречу. И получается вот такое движение. И вы освобождаетесь от захвата. Сейчас разберем медленнее. Первое, что нужно делать. Голову не ложиться, ни в коем случае не хватать ее сверху, вы потому что сами же залазите на него, и он вас вырвет вверх. Вы сами на него залазите. Вы перевариваетесь, как мешок на него, и он вас вырвет. Наоборот, нужно его подальше от себя. Вот рычаг руки использовать, даже можете в ухо ему вот так упереться, подальше его держать. Здесь руку просовываем и ложим на себе же на ногу. И здесь скручиваем, давим на него. Помучили его немножко, тем самым спустили ногу пониже, чтобы вам удобно было ее вырывать. Потом переводите эту руку ближе к захвату. Руками тянете вверх, ногой вниз. И сорвали захват. Здесь уже можете колено там, назад зайти. Ну и все остальное. Всем всего доброго. Это был Марат Балаев. Специально для Octagon Shop. Всем всего доброго.